боец сексуального фронта на вязку приглашает дам. Ищу подружку. Порода шотландская. Ищу девочку. О себе. Мне 1 год. Экса у меня не было, но желание большое. Люблю играть. Сплю на спине. Люблю сидеть на жопе и смотреть телек. Цена символическая. Светлана отдает котят. Описание. Отдам котят в отличном состоянии. 2013 год выпуска, один хозяин, не битый, проблем с кузовом нет, двигатель 0,1 литра, одна кошачья сила, комплекция, прибор ночного видения, низкоконтроль, туалет-контроль, 4 электроподъемника, мягкая пузо безопасности, вложений не требует. Злая кошка в аренду, посуточно. Вид услуги. Уход за животными. Ваш ребенок хочет киску? Нужно объяснить, что киса – это не так-то мило, как ему кажется. Хотите проверить? Хотите превратить мечту ребенка в страх? Хотите проверить веру в чистое и светлое? Вы нашли решение всей проблемы. Кошка-боядерка нагло объяснит вашему ребенку, что киса – это плохо. Ваши обязательства. Оберегайте ребенка от травм. Не причиняйте вред кошке. Выдать кошку в целости и сохранности по окончании срока аренды. Внимание! За тяжелые увлечения, нанесенные кошкой, ответственности не несем. Кошка здорова физически, но тяжело больна душевно. Крупный кот Карлос в поисках дома. Друзья, внимание! Эксклюзивное предложение. Кто уже давно мечтал о косоглазом коте весом 7 кг, мечты сбываются. Представляем вашему вниманию Карлос, возраст 1,5 года. Юноша полностью готов к переезду в новый дом. Имеет аккуратные миниатюры. Вещей не портит, убытков не приносит. Приятен во всех отношениях, ласков, игрив и в меру упитан. В еде предпочитает корм премиум-класса. Дефабержирован, условно здоров. Будет ждать с вами встречи на его территории для знакомства. Звонить посреднику Наталья.